Месяц остался до начала третьего международного бизнес-саммита. Подготовка к нему идет полным ходом. Регистрация участников стартовала еще в июле. Если в прошлом году в мероприятии приняли участие около 30 стран, то в этот раз организаторы надеются на серьезное расширение географии. Одна из основных тем для обсуждения – проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали. В этом году мы планируем в рамках бизнес-саммита провести общественный совет по работе высокоскоростной магистрали. Этот совет будет обсуждать такую инициативу, как создание ассоциации регионов, по которым пройдет высокоскоростное сообщение. Нам кажется, это очень важным проектом и очень важным мероприятием. Привет, высокопоставленные гости. В рамках бизнес-саммита состоится Всероссийский медиафорум, инвестиционно-строительный форум, Конгресс народов России. Российско-арабский деловой совет проведет круглый стол для укрепления и развития отношений между нижегородскими и арабскими бизнесменами. Мы хотели бы их с регионом познакомить, показать наши достижения, показать, что мы умеем. И я думаю, что это общение, оно на пользу как и арабской стране, так и нам. Ведь Нижегородская область – плодородная площадка для выращивания различных инвестиционных проектов. Ежегодно в регион приходит более 1 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций.